С вами лохматая душа. Мои хорошие, жизнь продолжается, как бы она ни била нас. Мы живем сейчас в городе Чехов, Московская область. Но отголоски старой дружбы, они не обрываются и напоминают о себе периодически. И отказать тем, кто был со мной рядом долгие годы, я просто не могу. Поэтому периодически откликаюсь на их просьбы, на их звонки. Мне прислали статью из Липецкой газеты и фотографию. Хозяин погиб. Трагическая судьба тех, кто жил с ним рядом. К сожалению, сейчас живых осталось, по-моему, всего двое. Когда посмотрела, особенно круто было, конечно, когда прочитала, что собаки поставили винегрет. Да, ребята, это действительно круто, какие же мы все добрые. Накормить собаку, потерявшую все, оставшуюся на холодной улице винегретом, это, конечно, очень щедро. Возможно, именно вот эта строка о винегрете добила меня. И я позвонила друзьям, позвонила врачам и спросила, могут ли они помочь отловить девочку, вернее двух, чтобы помочь им. У нас получилось. К сожалению, мы смогли найти только одну. Вторая девочка рыжая, которую зовут Эльза, мы ее сегодня не нашли, но мне дали слово, что ее обязательно отловят и пришлют фотографии. Так же, как отчитались по хате, мы решили оставить это имя. Мы не знаем, какая она по характеру, как она себя повезет, но девочку забрали, стерилизовали. О ее жизни я смогу рассказать вам потом и буду надеяться, что мы сможем найти и вторую девочку. Ее зовут Эльза. Я понимаю, что это очень далеко от нас. Почти 500 километров. Но мне кажется, доброта, она должна быть всеобъемлющей в любом конце нашего мира. Если получилось, то сделаем. Если нет, то нет. Кто-то обвиняет меня, что я бегу в разные стороны. Друзья, моя вина в том, что друзей много. И каждый обращается с просьбой «помоги». Очень часто я отказываю. Своим друзьям отказываю. Но иногда, знаете, сердце щемит или что-то перехлёстывает внутри. И бросаешь все и бежишь. Мои хорошие, лохматая душа – это лохматая душа. Мы никогда не придерживаемся каких-то правил. В смысле, что вот спасаем только в нашем пригороде или только в нашем городе. Ребята, мы просто бежим, рвемся, летим на помощь. И я очень благодарна вам за то, что вы с нами. Люблю вас всех. За вашу доброту, за вашу отзывчивость, за то, что вы наши друзья. Просто люблю. Спасибо вам, люди. Спасибо вам, родные мои. Спасибо вам огромнейшее. От всей лохматой души. Обнимаю. Сейчас Хатя чувствует себя хорошо. Она освоилась. С радостью бежит к рукам. Но очень любит мужчин и не очень женщин. Женщин она терпит. А предпочтение все-таки отдает мужчинам. Она удивительная, добрая, ласковая. Просто хорошая собака. И было бы здорово, если бы кто-то с открытым сердцем предложил этой малышке дожить в счастье и в тепле. Мы искренне на это надеемся. И еще мы очень надеемся, что удастся найти сестричку Хати, Эльзу. Пока о ней нет информации. Но мы очень надеемся и продолжим искать. Доброго всем здоровья!